Анна Иоанновна, как можно догадаться по отчеству, была дочерью царя Ивана, брата и соправителя Петра I. По сути, не получила никакого образования. Ко взрослому возрасту княжна умела с ошибками писать по-русски, немного понимала немецкий язык и заучила несколько танцевальных па. В 1730 году жизнь Анны Иоанновны переменилась дважды. Сначала Верховный Тайный Совет предложил избрать ее императрицей с ограниченными правами. Чтобы взойти на высшую ступень власти, ей нужно было подписать кондиции, то есть согласие на усечение своих полномочий. Второй раз судьба ниспослала ей большую делегацию дворян, прибывших короновать императрицу, которые потребовали оставить монархию неограниченной. Анна Иоанновна разорвала кондиции и стала править самовластно. Ей было 37, и она, видимо, решила отрываться по полной.